Я считаю, для того, чтобы любая нация могла сохраниться в историческом периоде и сохранить свой язык, а следовательно, сохранить свою культуру, свое самосознание, это невозможно сделать без телевидения. Поэтому наличие национального телевидения является необходимым условием для развития любой нации. Поэтому я очень рад, что ваше телевидение развивается. И главная задача его – это сохранить и попытаться развить национальную культуру, сделать ее привлекательной для молодых людей и продлить ее дальше на века желательно. Любое творческое сотрудничество, которое может возникнуть между нашими национально ориентированными телекомпаниями, очень существенно, потому что, во-первых, это нас самих обогащает. Мы учимся работать, понимаете, потому что всегда у соседа есть всегда что-то интересное, что ты вроде бы слышал, но не умел делать, или то, что ты вообще не предполагал, что так можно сделать. И это сотрудничество очень важно для развития наших творческих людей, вообще любые контакты. Что касается обмена программы, это нужная вещь, потому что люди должны знать своих соседей. Ведь наши горизонтальные связи, они на самом деле больше укрепляют Россию, делают ее более сильной за счет того, что мы сами ее укрепляем нашими связями. Поэтому это очень важно. Плюс, конечно, это взаимообогащение братских культур, хотя это и высокое слово, сейчас этого слова не любят, но это на самом деле существует, потому что если мы друг друга обогащать не будем, и наша культура не будет развиваться, а это очень важно.